Лед, холод и замерзшие сугробы – это неотъемлемые атрибуты утреннего путешествия тех людей, которые стремятся перейти дорогу или сесть на городской транспорт в районе остановки Новоселов 54. К нам в редакцию обратились местные жители, сообщив о проблеме. По их словам, неоднократно граждане звонили в дирекцию по благоустройству города, просили ликвидировать сугробы на остановке, поскольку через них трудно ходить. Люди боятся подскользнуться, получить травмы. Вы вот это поглядите, вот это что, тут не пройдешь, и то гляди, упадешь. Совсем ничего не делают. Все скользко, и идешь по общей, боишься, машина задавит. Скользко, да, можно упасть. Кто-нибудь падал, видели? Видела, что подскальзывались. Вот этот вот лед под ногами, это что, хорошо растет? Идешь прям еле-еле переступаешь, уже в нашем возрасте, и боишься прям лишний шаг сделать. Все спотыкаются, с коляской вообще люди мучаются, с детишками. Мало того, что рязанцам приходится пробираться по ледяным тропинкам между валунами, с детской коляской, например, здесь вовсе не пройти. Мамам с детьми приходится переходить дорогу в стороне от пешеходного перехода, что не является нормой. В очередной раз граждане хотят напомнить о своей проблеме. Они боятся, что на нее отреагируют только тогда, когда кто-нибудь из пешеходов получит здесь увечья. И уверены, что ледяные сугробы можно убрать, а остановку очистить ото льда. Ведь напротив этого места, там же, на Новоселов, в такой проблемы нет. Значит, она решаемая, и найдутся люди, которые несут за неубранные территории ответственность и вспомнят о своих обязанностях и обращениях граждан. Ведь каждый из рязанцев имеет право на свою безопасность.